Бля, какой красавец, а? Нравится тебе? Пушка. Пушка. Да. Давай, иди, разбирай потихонечку. Все, Димок уже все приготовил, чтобы не отвлекать ваше время. Все проскрутил. Так, это весь утиль, давай сюда, сюда давай. Что будем красить, край стенки там укладываем. А что не нужно, будем выкидывать. Так, все, тут откручен, да? Да, тут надо только... Все, остается у нас, по-моему, сзади крепежи. Так, друзья, ну, может, многие скажут, восстанови туда-сюда. Ребятки, у меня такие дрыны были. Я даже восстанавливать не хочу. Были и планеты, и Юпитеры, и все тому подобное. Нам интересно совсем другое. Скоро вы узнаете. И, кстати, на нем можно будет ездить по дорогам и без прав. Тут под люльку, видишь, крепление было. Тут с люлькой гонял. И что, потекло? Вода что? Не знаю. Ну, это на выбросе, походу, да? Это как-то похоже. Это воздушка. Ну, на выбросе. Да. Ну, так рама как бы живая. Ребят, и очень интересно. 20, по-моему, 6 пробег. Конечно, хозяин молодец. Бак вообще целый. И здесь вот просто чуть потертости и ржавчина. Никаких вмятин нет. Бак вообще идеальный, я офигел. Его если краску снять, вообще идеал, просто идеал. Обычно все мятое. Здесь, там, тут. Хозяин, вот крыло лопнутое. Переднее крыло офигенное. Колеса все накачанные. Задний накачан был, передний накачали, все держит. Вот такой вот каркас получился. Вот Димок видел, как... Я его снял сейчас за 5 секунд. Вот Димок сейчас его будет снимать не 5 секунд, я не видел, а скорее всего он будет его снимать, вот когда человек не знает. Короче, мотоцикл весь можно разобрать, но Дима сиденье не снимет. Я не знаю, какой снимет. Ну как не знаю, спереди курок, я отщелкнул его и все, и сидушку снял, давай. Спереди курок? Дим, это тебе не болгаркой пилить. По меткам, по маркеру. Тут надо сиденье у ежака третьего снять. Ну кого? О, ну-ка, дальше. Нашел. Давай, ну-ка. Ага, еще. Давай. Сейчас получится. Еще давай. О, красава. Теперь надо переднее крыло снять. Так, нам надо снять переднее крыло, нам надо вот эту вот всю вещь, звездочку поставить вот так в ту сторону, все это очистить, отмыть, подготовить к покраске. Друзья, ну что не разбираем в этом аппарате, то прям вообще все оригинально и ни разу ничего не откручивалось. К примеру, даже вот взять амортизатор.
здесь, вот как они были закручены. Все, и болты вот эти вот, я как их помню, тут на 17, на 14, они здесь с мелкой резьбой, там на 12, короче. Такая ерунда. Чуть-чуть почистили, так вот у нас все получается. Так, будем ставить движочек. Колесо придется перевернуть. Сейчас посмотрел вращение, как раз то, что надо. Цепь у нас будет получаться вот с этой стороны. Движочек поставим. Покатаем туда-сюда, посмотрим. Вот это вот все почистим. Потом покрасим. Пока предлагайте, в какой цвет будем красить. Вот еще интересная тут штука. Мне интересно, молодые самодельщики знают, что это такое есть? Но молодые самодельщики знают. Димок даже не мог понять. Он говорит, это центровка, чтобы крышку вставлять нормально ночью. Да, сейчас в современных мотоциклах, мопедах такую штуку не увидишь, это точно. Огромное, конечно, спасибо дядьке, какой ездил на этом аппарате. 26-685. Вмятин нет, и видно, что он ухаживал за ним. Скорее всего, один человек ездил. А так по годам. Во, кстати, табличка есть, давайте посмотрим, может найдем что. Если увидим. Так, номер серийный. Двойка. Вот здесь. А, вот, ну-ка. Сделано в СССР. Модель. ИЖ-Ю. Питер 3. 1972 года. Год выпуска. Это серийный номер. 72 года. Ребят, многие скажете, надо восстановить туда-сюда. Посмотрел я, короче, и не ценятся они, их очень много. И восстанавливать я ничего не буду. Сделаю, как всегда, по-своему. Всем пока.